не машинист улыбнулся. Да, это Адлер. Ну хотя по-другому быть не могло. И опять дождик начинается. А, вот это купейный, который современный, в котором я вроде как ездил. А это уже старый. Это 534С, Адлер Москва, прибытие в 14:26. Нумерация у него с хвоста поезда, потому что изначально с головы. А вот третий вагон, который новый, плацкартный.